Театральную игровую постановку под названием «С нами дружит светофор» сотрудники Зареченского отделения ГИБДД подготовили совместно с работниками Дома культуры «Дружба». Участвуя в представлении, дошколята учатся правильному поведению на дорогах. Главный герой спектакля – девочка Ксюша, которая очень любит играть в мяч возле проезжей части. Вы не знаете, чей это мяч? Знаем. Ксюшин. Чей это мяч? Ой, это мой мячик, мой. Ксюша, разве можно играть у дороги? Нет. Правильно, ребята, нет. На дороге мяч ни в коем случае не играть. Эти и другие правила безопасности ребятишкам из 11-го детского сада хорошо известны. Дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу. Я узнала интересного, как переходить через дорожные пешеходы. А как нужно правильно переходить? По светофору. А какой цвет показывает пешеходу то, что можно переходить? Зеленый. А красный о чем говорит? Стой. Я узнал, что на дороге играть нельзя, когда едет машина с мячом. Мяч может лопнуть. А где нужно переходить дорогу? По пешеходному переходу. Зареченские инспекторы дорожного движения уверены, рассказывать малышам о правилах дорожного движения нужно как можно раньше. Театрализованную игровую программу «С нами дружит светофор» придумали специально для детсадовцев. В этом возрасте детям это более доступно, более понятно и, как вы видели, конечно же, очень интересно. Сейчас на данном периоде, на данном этапе дети, конечно же, переходят проезжую часть только в сопровождении взрослых, но в скором, в ближайшем будущем они подрастут и выйдут на дороги нашего города. И, конечно же, мы думаем, что они никогда не попадут в неприятные ситуации, если будут с раннего возраста изучать правила дорожного движения. Такие театрализованные уроки безопасности на дорогах в ближайшее время пройдут во всех дошкольных учреждениях города. Дмитрий Балясников, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».